Каждый месяц к нам в дом стучится контролер газового хозяйства, чтобы снять показания счетчика и проверить его работоспособность. Он выполняет очень важную функцию. Работа не такая простая, как покажется на первый взгляд, и учит гибкости. Хотя бы потому, что приходится работать с самыми разными людьми. Наталья Евдокимова – настоящий передовик в своем деле. Работает в «Газпром Межрегионгаз Черкесск» уже 11 лет. Почему решила? Ну, увидела вакансию в службе занятости, заинтересовалась, пришла, работа понравилась. Угу. Вот уже 11 лет работаю. Рабочий день контролеров начинается с планерки. После небольших докладов и обсуждений каждый отправляется в путь. На день им выдается определенный перечень адресов. И согласно плану, у каждого уже своя задача. Работа заключается в основном в общении с людьми. Снимаем контрольные показания, пломбируем счетчики, делаем фотоакт счетчика, осмотр счетчика по мере необходимости, принимаем оплату за газ. В основном такая работа. Я в основном работаю в Прикубанском районе, но и в Черкесске тоже часто получается. Мои абоненты знают график работы, знают, в какие дни, в какое село я прихожу или в городе на какую улицу. В эти дни в основном они все дома ждут, радостно, приветливо. Никто не выгоняет, не ругается, адекватно реагирует. Наталью в коллективе ценят как добросовестного работника, умеющего найти общий язык с абонентами. Она спокойна, выдержана, вежлива с людьми, а это в работе контролера очень ценные качества. Коллектив у нас дружный, скандалов, ничего такого, очень хороший коллектив. Празднуем дни рождения, праздники вместе. А вот Светлана Михайлова работает контролером относительно недавно. Говорит, если попробуешь освоить профессию с нуля, здесь всему научат. К тому же эта профессия не требует специального образования, о своем выборе не жалеет. График очень удобный, работы. Иногда выходим на выходных, а так с понедельника по пятницу. У нас есть общественный транспорт, который утром довозит на работу, вечером отвозит домой. Отметим, что в компании созданы все условия для удобства работников. Плюс система премирования, как по результатам работы и к профессиональному празднику, так и к праздничным датам, как 23 февраля и 8 марта. Предусмотрен полный соцпакет, включающий оказание материальной помощи многодетным работникам, одиноким родителям, а также семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями. Также реализована программа дополнительного медицинского страхования, позволяющая нашим работникам проводить медицинское обследование и лечение за счет компании. Дополнительно работникам компенсируется часть расходов на отдых и за пребывание детей в дошкольных детских учреждениях. Работники ОАО «Газпром Межрегионгаз Черкесск» получают достойную заработную плату, к тому же имеют различные бонусы. Добро пожаловать в нашу компанию. В данный момент в компании открыты места контролеров газового хозяйства. Более подробно ознакомиться с вакансиями и сразу же пройти собеседование можно будет на ярмарке трудоустройства. Для этого необходимо подать заявку на единой цифровой платформе «Работа России». Сама ярмарка будет проходить в два этапа. Региональный состоится 5 апреля, а федеральный – 28 июня. Первый этап ярмарки пройдет во Дворце культуры города Черкесска по адресу улица Гутяколова, 2Б, 5 апреля с 10 до часу. Элина Стежева, Мурат Кемрюгов, Архиз 24.